Pusca tudo estes, era tudo glass. Уже минута, минута, минута времени. Так. Отлично. Скотч. Вот этот плакат, что там везде. Нет, это я плакат хотел, но... Так получилось, то, что я лоханулся. Так, игра завершилась. Так, все. Погнали. Нужно салатик делать, пацаны. О, нормально сидим с этими. С едой. Должно быть, это суп Эрин. Может быть, он поможет. Так. Где он? Уши. Где он? А, вот он. Ну-ка. Давай, обжор на суп, давай. Скажи свой вкус, свои ощущения, давай. Опять что-то привезли. Дорогая Дива, веди себя хорошо и постарайся не портить вещи дяди Стефана. Вот тебе как сигдалка, упражняйся на ней. Ужасно по тебе скучаю с тобой, с любой мамочкой. Ха, мамочка, да я бы эту мамочку что-то да, там. Ну, неплохая как сигдалка. В кошачьих вещах, блин, все. Что это было? Боже мой, обычно чувствуем себя лучше. Можно похвалить. Угу. Надо жрать уже. Давай. О. Так, все, давай готовь салат. Последний выходной остался, между прочим. Давай, давай, херач. А, уже сделал просто так. Тогда было красивее, конечно. Цефан. Это просто отвратительно. Уже она тоже аж... Давай салат эстрагон, а не кошачью шерсть. Цефан отвратительно. Дива попрыгала на салате, и мне пришлось идти покупать новую. Я встретил Эрин и гадайте, кто пригласил ее на полночный маскарад. По крайней мере... Рошель, он уж точно не пригласил, надеюсь. Надеюсь. Так, чё теперь? Личное время. Лично. Так, блин, личное время, я всё просплю. Мне нужна кулинария, хорошо, так кулинарию закрепим. Так, слушай, тоже можно когти драть на самом деле. Так. Сегодня Стефан не идет на работу. Но. Так. Пока у нас есть шанс. Подглядывать. Давай подглядываем. Можем играть в шахматы. Что?
чтобы Стефан мог приготовить следующее блюдо на большем скорости, мне хотя бы повысить свои кулинарные навыки. Ага, нихера у меня кулинарные навыки. Что это за читерство? Какой чити, каков я читерок, а? Каков читерок? Даже не могу себе представить, так. Да доешь уже это говно и изучай. Каков я читерок, а? Все ясно. Представить омаров. Так. Победить. А, ну просто готовить омара. Но опять сожрет его. Еды у тебя и хватает. Ну-ка, о, царская. Нихера по-царски, реально. Что туда еще запихал? Не знаю, что досуг не повышается, готовить весело. Опа. Нихера, там три омара сразу появилось. Пускай не упусти, блин. О. Не надо диву усесть, как тебе дралось. Снаф, а, это понюхать, типа. Ругается на земле, походится на земле, давай. Все, привет, Стефана, Мар, терминатор уже готов. Привет, Джоэля, вот он. Все чисто вперед. Спасибо, Стефан, это чудесно. У меня антисанитария полнейшая. Так, вот хорошо, надеюсь, ты в порядке. Так, осталась только логика. Такую логику я могу прокачивать только вечерком. Так. Позвонить персонаж. Дэмс, в какой отличие, кого сейчас на работе, песня получит. Может, он уже ушел с работы? Он уж копом работает. Не знаю, за каким. Прямо пригласить. Хорошо, мы сейчас буду. У меня выходные вообще-то женщина, блин. Будет тут возмущаться. То я мечтаю об Эрин, то иду на свидание с Ашель. Дива, что мне делать? Дебил, говорит, с котом. Ну все так ладно, все так делают. Чё-то греха таить. Давай пообнимемся, брат. Посплетничать. Ладно. Это какой-то зоопарк. Селеста отправила меня свою кошку, если новости о городе не. Я больше не могу выносить этот зверинец. Встретимся в баре шумный безумный шляпник, и я об этом расскажу. Можно перекинуться в картишки. Это же бар безумный шляпник. Ну, для такого нужно выбрать, переодеться в выходной костюм. Можно выбрать. А, только повседневно могу выбрать. Все. Кстати, я не понял, what the fuck было. О, терн должен не портить. Так. Давай-ка. Все. Погнали. В картишки. В картишки в костюмчике. Не знаю, конечно, почему, но нужно.
Тут яблочки, бананчики. Когда я буду их кушать, просто буду охеревать. Это просто кайф. Фруктики. Полезненькие, вкусненькие, низкокалорийненькие. Я же модель, мне нужно следить со своей фигуркой. Так, цель. Ну что, поиграем? Сыграем? Конечно. Сыграть в карты. Так, подожди, поссать сначала нужно, чтобы не обоссаться во время потного там ситуации. Где? Это вот, да, играть. Так, стоять. Сначала включить музыку. Включить на музыку. Ага. Нету, ясно. Выключай нахер. Итак, полиция Зеленогорска установила, что фамилия мошенника начинается с буквы Ш. Значит, это явно не город Овсков. Знаешь, что он идет на маскарад с Эрин, и я уже ревную, но... Сошение было просто замечательно. Помоги, Джеймс, подскажи, что мне делать? Он такой, тут ты дебил, я пошел отсюда. Он такой, ну ладно, ладно, он же мой друг, типа. Такие... Нихера он там. Для начала посмотри, кто идет. Естественно, захочет ли она ко мне присоединиться. Он же женатый коп. А. Ну-ка. Давай в карты на раздевание. А у вас что играем? В карты на раздевание. Подкидного симака. Правила такие. Есть победа, Джеймс, так что... Что там говорил? Эта девушка не перестает меня удивлять. Чем она тебя удивила? Своей плоской жопой я ничего не понял. Я ее сделал. Стефан, пойди потанцуй, мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Ну, только в танце можешь поговорить, да? А. Инди-рок давай. Шель, ты отлично танцуешь. Я отлично, я отличусь на мишу, загляну в дамскую комнату. И ты как... Знаешь, как обычно, типа. А, я думал. Отражение даже в зеркале есть, вот точно. Вот это, знаете, 2018 год. После нашей эры. Просто нет. О! Антони Зелис, Гордон Осков. Стефан, я же предупреждал тебя насчет Рошель. Ну хватит без меня этого типа, пора... По-моему, пора я набить ему морду. Кстати, ни разу не занимался на тренажере. Давай... Он, наверное, меня сделает, да? Ну... Да. Давай еще раз, может. Эй, вы дружище со Стефаном. Хотите бутерброд? В смысле бутерброд? А бутербродик я всегда за сделать. Ой. Давай. Смертельная битва, лишь не быть убитым. Каждый может выжить в этом сражении с судьбой. Каждый боец тут натренированный, сотни приемов им отработаны. И в бою он что-то не будет сломленный. Каждый вот так-то лучше по отпинал, отомстил. О. Ребята, что тут происходит? Так, выключи музыку. Мы обсуждаем маскарадные костюмы. Кстати, Рошель, не хочешь оставить мне компанию? Прости, Гордон, но я иду на маскарад со Стефаном. Бич, пикапе. Жаль, Рошель, но у меня всегда был план Б. Энтони, пошли отсюда. Очарую тебя. Гордон, хороший парень. Партнер по бизнесу, ну... Но...
Но ты более интересен. Надеюсь, ты не сядешь на эту маленькую заминку. Я бы хотела, чтобы ты пришла меня на свидание. Ну что? Пошла вон, шлюха. Прошу, это что-то. Но мне надо помыть руки и позаботиться кошкой дома. Пора домой. Значит, ладно. Ой. Вот и все, погнали. Погнали домой. Бананчики. Ой-ой-ой. Что там опять в продукцию приносит? Радиоуправляемая мышь, наверное, это заказала Селеса для Дивы. Нихера себе. Нихера сколько бомбасов для этого кота. О, все из рук вон плохо. Я встретил Рошель в баре безумный шляпник, а потом на нас наскочил Гордон. Этот гад хотел пригласить Рошель на маскарад, хотя я уже говорил Эрин идти с ним. Рошель отшила наглеца, сказав, что он идет со мной. Какой я молодец. Доволен собой? Надо распылить. Вот я. Так. Все в душ и спать нахер. Отличненько. Так. Ой. Стефан, ждите машину где-то через час. Ага, уже на работку, да? Опа. 1200 свои законы получим. Логику прокачаем. Экран там крутится. Как будто на моем уелы. Так. МШ, а тут все пронумеровано, как делать. Можно Б, он. Ого, нихера. Все забинжено. О, нихера, плавает. Так, да, поподглядываем немного что-то. За своей любовью приглядываешь. Овсков против Легла. А, сейчас она прибежит ко мне. А, послушай, Стефан, ты идешь со мной в клуб Зера. Возражение не принимается. Ты уже на работу же сервировать. Тебе просто необходимо отдохнуть и расслабиться. Да без бы. Извини, Рош, я не могу. К тому же, Камскарду, мне нужно закончить одну скульптуру. Помнишь, как нам было весело, когда мы пришли сюда в первый раз? Ну, идем же. А, чудесная девушка. Ну да, конечно же, еще... Конечно, еще много чего нужно сделать для маскарада. А все-таки не помешает немного расслабиться. Так, стоять.
Вот так-то лучше. Теперь позвонить, вызвать такси. Несколько персонажей, естественно. Так. Так. Где этот клуб Zero? Мне же туда, да? Все, погнали. Я такой, кстати, настоящий ботаник такой. В костюмчике все не прихожу. Эдэ. Так. А, да. Ну-ка. О. Эрин, она здесь с Гордоном, наверняка она опять устроит что-нибудь. Кыш устроит. Слушай, Стефан, опять ты умеешь? Вон там автомат караоке, давай споем дуэтом. Ну, го. Попражняйся голосовые связки под караоке. Я сейчас знаю, как можно потренировать твои голосовые связки. О. Чё, ни хера не слышно. Хлопки только слышны. Фонограмма не вкручена. Вы по ней не поете, понимаете? Кретин, неужели он не видит, что Рошель не хочет с ним водиться? Поцелуй-ка я Рошель, чтобы он этот наглый Гордон оставил его в покое. Ну-ка. Я прям страстно. Романтично, да-да-да. Но его нет, ему только романтично. Он видит, что... Так он не поверит, типа, страстно, ну, страстно, там засались, ну, потому что... Стефан, что ты делаешь? Ты здесь стреляешь с Рошель? Ну, неужели, Гордон? Ах, Стефан, Стефан, тебе пора, да, меня свяжи, не позвони. Завтра, спокойной ночи. Как я ее назад запикапила, а? Эри, мне так жаль, что мне пришлось это видеть. Пойдем, мы опаздываем на симфонию. Кстати, Эри нарисовала меня в момент трюфа. Пусть картина будет у вас. Хотя бы со стороны будет, как выглядит сам трюф. Нихера себе. Ну, нихера себе. Красавчик. Что я наделал? Вряд ли Эрин и Рошель захотят со мной. Да-да-да, Рошель. Права, что мне надо что-то менять. Наверное, мне лучше вернуться домой, где меня успокоит. Она сразу, блин, назад меня полюбила. Такого красавчика, Степанчик, как не полюбил. Смотрите, ну, блин, ну, красавчик же, чё. Красивая, костюмчик, все дела. Знатный парень, и тут насать, хоть там он трахает всех тёлок право-налево, они там все такие, да-да-да. Стефан, ты слишком сексуальный. Извини, ты... Ты не можешь быть еще более сексуальным. Прости, прости меня, пожалуйста. Такова жизнь. Так, дела идут хуже некуда. Гордон кому угодно может заморочить голову. Сегодня я лично провел время с Рошель. Постоянно вспоминал Эрин. Гордон убивается вокруг нее. Он никакой не милашка и боюсь способен обидеть Эрин. О нет. О нет, мне так насрать. Так, с кем бы тебе поговорить? С этой сучкой. Надо бы тебе поговорить. Как на работу надо сегодня. Так. Прими ванну, да? А ну ладно. Душ можно было, конечно. Так. Нет. Нет. И в жопу. Дерьмо. Эти
хотел поговорить, это пригласить первое. Ну, блин, я уже привык, что в обычной игре поболтать первое. Тут все время пригласить. Сука. Так бы, может быть, повысился, а тут... Кто станет слушать? Как-то не так получится с Крузера, надо позвонить Эрин. Стой. Сейчас сразу в постели тянешь тёлку. А, я понял. Может, по телефону с ней поговорить будет. Нет, с йогой нет. Нет. Это как попрощаться, да? Позвонить персонаж. Где? Эй, привет, это Стефан. Мне очень жаль, что так получилось с клубом Зера. Я вот тут подумал, может, ты захочешь пойти к Селу в Сердельки и культуру. Звучит неплохо, ага. Значит, так. Я понял. Я понял. Ей похер. Я же говорю, всем похер. Угу. Я очень не сдох. Так, все, погнали в сардельки и культура. Блин, сардельки. Я побил бы своей сарделькой. Ой, ладно. Че? А. Ну. No. Стефан, рад тебя видеть. А, что это за чудное видение? Нужно познакомить Села и Эрин. Так, там же есть такое представить. Эрин такая сучка. Он такой, о, сучка, привет. Это Эрин, моя подруга. Эта очаровательная юная леди могла бы стать прекрасной женой. Давай-ка сядем и посмотрим, чем нас накормит. Так. Ну-ка. Как всегда, заказать еду Эрин. Так, мясо на ребрышках. Заказать еду. Себе что-нибудь. Эскалоп. Себе подороже это раз. Что такое эскалоп, понятия не имею. А, рыба какая-то. Отлично, надо ее угостить кусочками, посмотрим, понравится ли ей. Как покормить сложно. А. Ухаживать. Где узнаешь, похоже, за. Наше было, типа, впереди. Уже нет. Произнеси тост. За хорошую еду и добрых друзей. За нас. О да, согласится ли она танцевать на медленный танец? Нихера себе. Сейчас буду пикапить. Опа. А, Стефан, ты очень славный парень. Мне кажется, что мы все-таки подходим друг к другу. Не подходим друг к другу. Вот Гордон. Эрин, послушай меня. Гордон двухличный, но живый, скверный. Стефан, я только хотел от тебя сказать, что я
в растерянности, но это вовсе не повод рассказать гадости о человеке, который мне не безразличен, я ухожу. Пошла ты. Я такой, лег, такой, ой, ну в жопу. Ой. Стефан, ты хороший повар, но слушать совсем не умеешь. Вот Бугенвилем, я сделал предложение с моей будущей жене. Не следует недооценивать силу воздействия зарядной красоты. Надо это учесть. Возьму эту штуку домой. Что там такое? Нормально. Так, надо по счету уйти. Потом, естественно, домой, домой. Все, домой. Ух. Па-па-па-па-па. Так, давайте-ка развесим тут все это говно. Есть... Ой, знаешь, такой эталон красоты. И над этим, над кроваткой. Нужно когда-нибудь повесить бы. Еще одно свидание с Эрин. Испорченное свидание. Она милая девушка с улыбкой, разъящей на повал. И Гордон от нее не остает. Пора раздобыть маскарадные костюмы. Так, стоять. Оп. Вот так-то лучше будет. Вон там, вот та, вот это вот, вот это будет у меня под кроватью, над кроватью висеть. Так, ну а сразу будем рассказывать маскарадный костюм в следующей серии. Интрига. Ущ.